привет, мои хорошие, с вами Светлана, и сегодня у нас интересные покупочки с маркетплейсов, и не только. Итак, поехали. Покупочка Wildberries, очень классная, с очень хорошими отзывами. Салфетки одноразовые в рулоне, целая 1000 штук. Смотрим. Очень симпатичная упаковочка, вот так называется бренд. Смотрите, как удобненько. Вот так выглядит пачка. Так, что у нас здесь? Нам нужно сделать прорезь. А, и мы ее просто вешаем. Смотрите, как здорово она будет смотреться в любом помещении. Вот здесь, наверное, мы ее где-то, да, вот, открываем по пунктирным линиям и вешаем. Так, сейчас посмотрим, достанем с вами салфеточку. А где у нас еще информация? Тут все по-китайски. Здесь тоже. Так, открываем. Для примера повесила на кухне. Открыть, кстати, очень было легко. Здесь мы ножницы ничего не использовали. Здесь вот эти две пунктирные линии, они прям, ну, пальчиком просто подеть, и все, и расходятся. Вот таким образом мы вытаскиваем с вами салфеточку. Оп, и она висит дальше. Оп, так, вытаскиваем. Вот, и вторая висит дальше. Очень удобно, вы знаете, вытирать личико после каких-то процедур, чтобы это все было гигиенично. Взять с собой куда-то в поездку, как носовые платочки использовать. Качество классное, кстати, знаете, по типу вот трехслойный. Аромат они никакого не имеют абсолютно. Размер хороший, удобный. Что-то вытереть со стола, промокнуть лицо. Ну, в общем, довольно такой универсальный продукт. Мне понравилось. Один из самых класснючих и удачных аромабоксов. Я считаю, здесь такая крутая подборка, что мне понравились абсолютно все. Посмотрите, вот судя по объемам, пользуюсь всеми и пользуюсь прям в удовольствие. Так, давайте смотреть, буду вам рассказывать. Первый Анжелин понравился. Но вообще самый терпкий, сразу хочу отметить, из этих ароматов, такие насыщенные и яркие, могут показаться кому-то на лето, это Байреда и Мансера. А, вот он, предпоследний Мансера Мелоди. Он шлейфит тоже классно. Мне вот нравится на себе их ощущать, но на лето могут слегка тяжеловато показаться, но ароматы вообще шикарнейшие. А вот этот, как он правильно, не знаю, Карнер, Барселона, Ибица Найт, очень понравился. Это прям свежачок. Вообще здесь вот чисто свежих ароматов нет. Они все какие-то миксовые, очень шлейфовые, очень вкусные. Вот этот Ибица Найт, он самый свежий, несмотря на то, что Джульет Хазаган, вот этот именно Эго, как правильно, Стрейтис, да, я пробовала Джульет Хазаган в другом исполнении. Вот этот аромат впервые очень понравился. Вот очень. Здесь есть и свежие нотки, и цветочные, и какие-то, ну, очень вкусные все ароматы. Пудрового нет ни одного. Пудрового нет, пудра нам на лето не нужна. Они все достаточно свежие, игристые, знаете, такие некоторые с запахом чистоты на шлейфе выходят. Носила все по очереди и не смогла выбрать вот конкретно какой-то любимый. Все очень крутые. Последние не считаются, у нас с вами Вильгельм парфюмер, а вот предпоследние 4, прям вот смотрите, у меня в активном использовании, очень-очень понравились, поэтому прям рекомендую рассмотреть на лето. Такого аромабокса хватит на 3 месяца летних точно, потому что по 1,5 мл и с распылителем очень-очень удобно, и формат тоже классный, поэтому промокод на скидочку, как всегда, вам оставляю под видео. Я для себя уже, ну, такие в основном любимчики, да, вот у меня зашли Джульет Хазган, Джамалон, кстати, понравился, хотя до этого вот пробовал их аромат, как-то вообще не зашел. Анжелин понравился, Ибица Найт тоже хороший, и Хермес прям вот тоже хорошо на лето подходит, очень замечательно. Все ароматы шикарные. Подборка, считаю, прям одна из самых великолепных на рандеву. Скидочку на 10%, как всегда, вам оставляю в инфобоксе. Не забываем про накопительные баллы на рандеву. То есть пишите настоящие издельные отзывы и получаете баллы, потом их списываете в счет заказов. Очень удобно. Wildberries — это вот такие вот эсики, я вам уже показывала, брала до этого зеленый, выгоднее брать по несколько штук, 3 штуки вышли 290 чем-то рублей, он с квасцами, и набор у них совершенно разные, вот эти два женских, а вот этот синий мужской, поэтому взяли на всю семью. Почему? Потому что очень понравился, но он быстро, конечно, кончается, тут объем у него написано 50 мл, но мне кажется, там наливают и того меньше, и еще минус, он идет целую неделю, вот прям это долго его ждали, я уже другой заказала, думала, он застрял, а потом вспомнила, что мне и первый приходил прям вот очень долго. Сейчас открою, покажу. А розовый тут в наборе совсем другой, я их даже открыла, если вот у меня был зелененький вот такой вот, вот такого вот плода, видите, вот такой, как-то быстро закончился, розовый, синий тоже такой, как зеленый, а розовый вот такой.
И шарик здесь гораздо больше. Очень, конечно, интересно. Это натуральный дезодорант с квасцами. И они единственные на данный момент, которые блокируют запах. Прям вот блокируют его полностью. Поэтому мне понравился. Сначала не оценил, потому что вообще не очень люблю формат вот таких вот шариков дейзиковых. Дейзиков-шариковых. Больше твердые. Но потом, да, даже Рексона вот испортилась, и рядом с ними не стояла, потому что она вообще почему-то сейчас стоит бешеных денег, а запах пота не блокирует совсем. Вот, поэтому понравились, смело могу рекомендовать. Я еще один наборчик заказала. Мне интересно, почему тут розовый такого вот формата. Мне кажется, потяжелее здесь и объем побольше. Интересный запах у них, кстати, классный, деликатный, нежный, что у зеленого, что и у такого. Ну, вот в наборчике, смотрите, какая разница. Покупочка. Валберс – это ночная сорочка. Причем заказываю уже второй раз. Они бывают по 500 с чем-то рублей. И это прям вот топчик на Валберс. У них там отзывы 4,9 и отзывов сотни. Попались они мне в рекомендациях. То ли кто-то из девочек скидывал, по-моему, мне кажется, в Телеграм. Я забыла. Кулирка. 62 размер взяла. Почему? Потому что хлопок. И он даст однозначно усадку. Это, во-первых. Во-вторых, это ночнушка. И вот тут такая модель, что в отзывах некоторые девочки писали, если брать ну, в размер, то в облипку я вообще не люблю, это ночная сорочка, да, а если брать чуть побольше, то лямки почему-то коротковатые, давят подмышками. Вот такие были отзывы, хотя отзывы, ну, идеальные практически, я бы сказала. И я все ждала, когда на светлые расцветки, там такие топовые прям есть расцветки, будет скидка. Они 700 с чем-то, сейчас пока почти 800. Не дождалась. Ну, вот дождалась вот эту за 600 с чем-то. Сейчас вам все покажу. Вам хочу сказать, как бы, что и требовалось доказать. Это совершенно не 62 размер, совершенно. Может быть, максимум 56-58. То есть она вот такая вот. А, это обычный 100% хлопок, кстати, в такой вот сумочки прикольные приходят. Я забыла, как называется их магазин. Может, тут написано, у них прям трикотаж, спаленка. Вот спаленка. У них прям трикотаж, вот весь с очень хорошими отзывами. Прям с очень хорошими. Расцветок миллион, размеров миллион. Вот так она выглядит. Я сейчас ее обязательно примерю. Вверху здесь бантик. Достаточно высоко посажена грудь, судя по отзывам и по фотографиям. И вот они лямочки. Вот были как бы жалобы на лямочки. Почему взяла 62-й? Я изначально, кстати, взяла 58-й в голубом цвете. Я поняла, что мне жутко не нравится эта расцветка. Сразу вернула на пункте выдачи. Вот она как раз была по 500 чем-то рублей. Исключительно голубая. И вот 58-й размер я померила. Он был практически в облипку. Параметры у меня сейчас 52-го размера. Вот я сразу говорю про размерные сетки. Но опять же, если вы любите ночнушку в облипку, то ради бога можно брать в размер. Я люблю, чтобы было прям свободно по максимуму. Так, сейчас примерим. Забыла вам показать, как сделан зад. Видите, тут такая завлекалочка. Это она на спине. Она на всех модельках, я так поняла, присутствует. И цвет у меня, камера неправильно немножко передает, черный с пыльной розой. Он почему-то вот каким-то бежевым делает вот эти полоски. Нет, это пыльная, такая чайная роза. В общем, вот на спинке вот такой вот интересный еще момент. Вот у меня сейчас все прям хорошо, все идеально. Это точно не 62 размер, это прям вот однозначно. Это 56-58 максимум. Она свободна мне хорошо и подмышками хорошо. У меня прям там, ну, достаточно большой глубокий вырез. Видите, про что я говорила? Лямки короткие в том плане, что вот, но некоторые любят пониже, прям вот пониже, чтобы ночнушечка была. Нет, здесь вот, как это назвать, горловина. Она высоко. В общем, ночнушка классная. Она прям так свободненько, хорошо. Не в облипочку. Все здорово, все замечательно. И в районе груди. То есть девочки, у которых объемная большая грудь, будет вам тоже хорошо, свободно. У меня она просто небольшая, совершенно маленькая, я бы даже сказала. И мне прям комфортно. Слушайте, вот нормально. Я советую, рекомендую брать прям на несколько размеров больше, потому что это ночнушка. Так, по длине мне до колена. Прям вот четко до колена. У меня рост 1,69 м. Вот, так что имейте в виду, кому какой. Она сзади, мне кажется, прям подлиннее. Сзади вот она мне прям подлиннее, чем спереди. Такая интересная моделька. Ну, в общем, классная, действительно классная, очень приятная к телу. И расцветочка такая суперская, бантик этот сзади на спинке, завлекалочку. Рекомендую, рекомендую. Смотрите, девчонки, можно и скидку поймать, в принципе. Вот я смотрела, они по 500 с чем-то. Сейчас по 500 с чем-то был только голубой оттенок. И вот это за 600 чем-то. Все остальные 700 с лишним. Классная, мне нравится, прям огонь. Давно такую хотела, вот именно такую. И у нее очень удачный крой. То есть не просто так два куска материала шили, а вот он хорошо лежит по фигуре, прям преображает ее. Так что берите. Ну и на этом все. Надеюсь, вам было полезно и интересно. Все ссылочки и промокоды, как всегда, в описании. Всех люблю, целую, всем пока-пока.